Дрипочка. Маленькая вкусовая дрипка. Куплена на сайте Fastec. Очень дешевая. $3, в принципе, куплена была за те же деньги. Что можно сказать о дрипочке? Дрипочки. Дрип-тип. Большой, толстый. На одном оринге. Оринг слабый. Очень сильно ходит. И шатается. Дрип-тип я заменял на другой. Одно отверстие обдува. Дрипочка маленькая, вкусовая. Вкус передает хорошо. Но помимо этого, помимо минусов дриптипа, есть минус по емкости. То есть, если настроиться автофокус, можете видеть, что очень маленький бортик. То есть, емкость дрипочки практически прокапал один раз, вдохнул, и все, она пустая. Автофокус не очень ловит. Так, наверное, будет видно. Три стоечки, две из них крайние, как обычно, минус, посередине плюс. В процессе использования я ее повредил. Повредил как? Плюсовая стоечка у меня сместилась. И поэтому она у меня повернулась. То есть здесь были... Сейчас еще один сниму, чтобы было понятнее. Вот здесь. Так, автофокус. Ловись. Ну, давай же. Если присмотреться, может быть, увидите... Здесь пропил на болтике, в который вставляется провод. То есть кантал, либо что там мотаете. Сверху одевается, закручивается и этим прижимается. Может перерезать жилу. То есть у меня он повернулся, я его пытался выровнять отверткой и очень хорошо его сломал. Так что, к сожалению, эта дрипочка у меня вышла из использования. Но она была моей первой, она была очень вкусной, я ее оставил в качестве памяти. Тем, кто, тому, кому нужна маленькая дрипочка, которую можно использовать для пробы жидкости, очень подойдет. Наматывается легко, так что, в принципе, имеет право на жизнь. Спасибо.